склянки, отбитый трап, спущен на пограничный корабль, поднимаются дети. Встречает командир, подает руку каждому, галантен и серьезен, с детьми мягче, чем с подчиненными. Инструктируя о правилах безопасности, улыбается. Еще раз напоминаю, что кнопочки никакие, тумблерочки не нажимаем, потому что иначе у нас может что-то включиться, что-то выключиться, и в итоге мы можем еще и уехать отсюда. Шкипер ГЕК – основной корабль береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Он был в парадном строю на День военно-морского флота. Команде доверили охрану Владимира Путина и других гостей Восточного экономического форума. Пограничники участвовали в международных учениях. Спереди, видите, у нас надстройка, мачты, рубка. То есть, чтобы ничто не мешало, он заходит у нас сзади. Вертолетная площадка, каюты. За считанные минуты захватывают весь корабль. Последним сдается главный командный пункт. Постоять у штурвала, скомандовать, отдать швартовы – мечта любого мальчишки. Сейчас шкипер ГЕК не на боевом дежурстве, поэтому почувствовать себя командиром корабля смогли школьники Владивостока. Школьникам интересна каждая мелочь и каждая кнопка. Они – дети пограничников. У некоторых отцы служили на таких же кораблях. Тут очень интересно. Мне больше всего понравилось, как нам рассказывали, куда садится вертолет. Мы ходили по кораблю, там красиво было. И мне понравилось, куда мы в помещение заходили и где кнопочки разные были. Мне понравилось, как рассказывали про ангар, и мне понравилось, как рассказывали про управление. Для командира корабля такие набеги не в новинку. Морской пограничник готов к любой неожиданности – инспекции начальника или экскурсии школьников. Каждая проверка по-своему всегда это тяжела, к ней всегда готовишься, и все равно нужно стремиться, чтобы пройти ее успешно. Дети – это как бы очередной экзамен на проверку твоих же, опять же, знаний, что ты знаешь и что ты можешь им рассказать. Заканчивается экскурсия мирно, чаепитием. Подростки кушают торт и обещают еще вернуться на корабль. Быть может, уже командирами. Мне больше всех понравилось. А что понравилось? Корабль. А что на корабле понравилось? Все. Данил Макарычев, Максим Евсеев. Панорама.